команду. Внимание, говорит стадион «Металлург». Уважаемые любители футбола, поздравляем вас с открытием футбольного сезона в городе Выкса. Сезона 2022 года. Сегодня на нашем стадионе проходит футбольный матч второго тура чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги. Встречаются команды «Металлург Выкса», футбольный клуб «Арзамас». Представляем составы играющих команд. Команда гостей, футбольный клуб «Арзамас». Ворота защищает Андрей Капранов, номер первый. Номер второй – Дмитрий Помелов. Номер 19 – Степан Вилков. Номер шестой – Илья Гринин. Номер 12 – Николай Карпов. Номер 4 – Борис Швецов. Номер 13 – Ярослав Сидоров. Номер 17 – Егор Бланков. Номер 20 – Сергей Мурунтаев. Номер 11 – Станислав Пирсков. Номер 15 – Евгений Веретенников. Главный тренер команды футбольный клуб «Арзамас» Станислав Патрика. Представляем хозяев футболистов выксенского «Металлурга». Сегодня они играют в бело-черных цветах и вышли на матч в таком составе. Ворота защищает Вячеслав Баринов. Отставить. Вячеслав Баранов, номер первый. Номер 23, Дмитрий Баулин. Номер 17, Егор Гришин. Номер 9, Александр Залетин. Номер 3, Денис Исаев. Номер 22, Михаил Калантаев. Номер 5, Александр Куташов. Номер 7, Вячеслав Ремезов. Номер 10 – Иван Тарасов. Номер 8 – Даниил Таратынов. И номер 11 – Владимир Фимин, главный тренер команды «Металлург» Андрей Лысов. Тренер команды Виталий Лазин. Представляем судейскую бригаду сегодняшнего матча. Главный арбитр матча Александр Макаров, город Ардатов, помощник первый. Максим Староверов, Ардатов. И Лошков Николай, город Кулебаки. Инспектор сегодняшнего матча Алексей Владимирович Макаров, город Выкса. Уважаемые ребята на баскетбольной площадке, просьба уйти с площадки. Во время футбольного матча нельзя там играть. Все, уходите. Итак, послушаем состав команды диктора. Теперь пойдет идем к составу Димы. Так, традиционно, ну как традиционно, начнем. Поправлено будет команда гостей, то есть футбольный клуб «Арзамас». Вам помочь точки с этим словом составом? Да, будет правильно сделать «Арзамас». Давайте я расскажу вам. Значит, за камерой, если так помогу. Выключим, очень помогу нашим коллегам. Ну, по составу. Думаю, с команды бороться Андрей Капранов. В защите вновь Дмитрий Комилов, номер 2. Степан Вилков, номер 19. Илья Гринин, номер 6. Николай Карпов, номер 12. Борис Сутов, номер 4. Дальше Ярослав Сидоров, номер 13. Егор Банков, номер 17. Сергей Мунтаев, номер 20. Под нападающий номер. И нападение в сезон. Номер 15, Станислав Кирсков, номер 11. Вот. Ну, это «Арзамас», а вот ваш тонный коллега сейчас расскажет. Наш коллега Михаил Кирсков расскажет про вашу команду. Ну, я расскажу наш состав. «Металлург». «Металлург Выкса». Да, в воротах Вячеслав Баранов, номер 1.
Так, линия обороны. Михаил Калантаев, номер 22. Денис Исаев, номер 3. Слева действует Дмитрий Баурин, номер 23. Капитан команды сегодня. Номер 8 Даниил Куратынов. В опорной зоне Владимир Фимин, номер 11. Александр Залетин, номер 9. Так. Слева по нападению Иван Тарасов, номер 10. Ремез Вячеслав, номер 7. И Гор Греща, номер 17. Ташов, номер 5. А, да, забыл. Александр Ташов, номер 5. Также. Так. Сезон должен был стартовать в Иксе еще 30 апреля, но получилось перед стартом сезона вступила информация о снятии команды «Икар» Гожев Саров с розыгрыша, и поэтому открытие произошло сегодня. В прошлом туре «Замос» играл на «Бару» с дублем «Спартака» Борским. Уступили, к сожалению, 2-3 тогда. Посмотрим, как сыграет на нашу руку. Так, пока на самом деле сравнение Арзамаса проходит игра. Ну, до ударов пока дело толком не доходило. Так, вот Владимир Фимин забрасывает очень неточно. Ну что ж, что кажется, один прилетируется. Очень мне кажется. Очень усеченном составе сегодня приехали Арзамас. По-моему, даже в разминке участвовал один футболист сегодня. Это в запасе. У нас, по-моему, достаточно большая. Еще можно состав набрать. Да. Друзья, по картинке может сливаться состав, цвета, форма. Скажите, как лучше. Сливается. Ну, если сливается, мы-то что сделаем. Сейчас гости ведут звуковые. Надо сейчас попробовать что-то организовать хорошее. Так, Гор лечит с мячом. Забрасывает на Ремезова. И офсайд фиксирует. Фимин расстреливает. Гол. 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 Гол
Макаров. Ему помогает Александр Старовер и Николай Лашко. Мяч в ворота команды футбольный клуб «Арзамас» забил Иван Тарасов, номер 10, команда «Металлург». Сказывает Максим. На официальном сайте федерации указан Александр. Поэтому... Максим – это сын. Расстреливает Баранов на месте. Расстрелил хорошо, а в итоге это как? Вчера были вместе. Не смешаю. Можно попробовать, что-то оказалось хорошее. Фимин на Гришина Егора. Ташов. Штрафной фиксирует главный судья. На Танин Таратынове, по-моему. Нет, извините, Александр Фаташов лежит. Гришина не дошел, помогли защитники за нас. Вот
Внимание, ребята, еще раз напоминаем, на баскетбольной площадке во время футбольного матча никто не играет. Пройдемся немножко по регламенту этих соревнований. Значит, они должны были участвовать 20 команд, поделены на две зоны, на юг и на север. Но сначала отказался Семенов участвовать в розыгрыше, потом Гарсаров, и в итоге осталось по 9 команд в каждой зоне. И вот Выкшица с Арзамасом вступает в зону юг, пройдет круговой турнир, далее 5 команд выходит в объединенный чемпионат. Где еще сыграть два круга, но уже с другими командами. Это угловой Андрея, угловой. Итак, 5 лучших команд, как я сказал, выходят в общую группу. Разыграют звание чемпиона Нижегородского. А вторая продолжит первенство в первой лиге. Решать
порядка 20 минут первого тайма, счет 1-0. На 10-й минуте забил Иван Тарасов, 10-й номер. После прострела Владимира Семеновича. Пока успокоился. Ну, как успокоился? Есть подходы, но не такие опасные, как хотелось бы. Металлург. Залетин, Тимин, Баранов. Баранов. Исаев. Исаев, да? Четверо. Сказать, что
короче, там. Итак. Ай, плохая. Спешил, что нет? Другая контратака. Ну, не пускает. О, сыграл, конечно. Замахнулся и не навесил, но он, значит,
заставит бежать. Yeah.
Так, пока в центре тоже проходит игра у нас. Успеет Вячеслав. Выбирательный мяч. Вячеслав Демизов. Гор Гришин. Что будет делать? Удар. Пойдет, пойдет. Забрасывает Владимир Ефимович на залёте. И головой. Подаст. За его площадку. Ну, как площадка? Площадка хоккей. У нас поле. Тоже, видимо, никак от хоккей не отойдёмся, а? Еще один головой. Заброс неплохой, Евгений. Итак, Веретенников. Защита играет на дело.
Точно.